Все, поехали. Привет, друзья. Вот сейчас мы подъезжаем к той станице, где я родился и вырос. К станице Мигулинской. В общем, подъезжаем к ней. Покажу сначала вам элеватор, а потом как бы сверху элеватор всю станицу. Ну, может быть, и покажу элеватор, я сейчас замечу его. А, вон он. Вон этот элеватор с краю, вам сейчас его приближу. Во. Вот на том верхнем квадратике я когда-то был высоко. Вот. Ну, а это, собственно, наша станица. Вот, Мигулинская. Вот ее, верхний. Вон там, вот справа, там мы на горах катались и на санках. Различных трамплинов там очень много было. Вот. А здесь слева, собственно, и дома, и жилой район, в общем. Слева и прямо там дальше. Вот. Здесь есть, ну, как бы, и верхние улицы, и нижние, вот, и на склонах дома. В общем, по-разному все расположено. Интересно. Едем. Ну, по центральной улице провел бы его. Ну, ладно, поехали как троллейбус. Ну, я еще пройдусь просто пешком, и тогда вам все так покажу более медленно. А сейчас до следующего видео.